Так, вот 28-й. На нем надо менять поршня с люфтом. Все 7. Тоже металл присутствовал. Погрызно блок. Вот такая ржавая шайба. Вот с него крышка. По моторам хода. Вот это стоял с первой гидростатики. Все пятаки подписаны, и все 9 поршней надо под замену, потому что они все с люфтом. Еще б немножко пятаки поотрывает. Это один мотор, вот второй. То же самое. Все 9. Такие пластины. Так, ну, гидростатика то же самое. Надо ее отделать, подшаманить. Пробитая крышка, пробитая. Фильтра надо под замену. Это будем спасать. Так, 56-е зилы, вот они готовые. Стоят, есть. Вот эта гидравлика. Вот. Их вместо ваших оранжевых.